На связи Тед Винтерс, наш корреспондент в Вашингтоне. Тед, есть новости о положении дел в Китайском море? Салли, ситуация не слишком обнадеживает. Только что на брифинге в Белом доме нам показали новые данные со спутника. Китай разворачивает ядерный флот у побережья Тайваня. Должен признать, с такими доказательствами не поспоришь. Спасибо, Тед. Сегодня президент заявил, что в случае, если Китай не уберет свои подлодки из района немедленно, наш ответный удар будет, цитирую, сокрушительным. Кажется, мы находимся на грани войны с Китаем, и если будут использованы ядерные вооружения, эта война станет мировой. Нам только что сообщили, что буквально несколько минут назад китайское правительство выпустило новую ноту. На связи Пекин. Жан-Пар, сейчас ты подробно скажешь мне о своей миссии. Начнем сначала. С Альфы. Альфы? Ну да. Вспоминай. С самого начала. Сначала. Вспомните. Меня предали. Кто? Зачем? Когда все это началось? Я был на пляже. Первый отпуск за много лет. Потом позвонила Альф. Пропал агент, американец. Помогать американским друзьям. Себе дороже, знаю. Но ведь они без нас не справятся. Этот агент, твой друг, Рейли. Мне очень жаль, Джон. Рейли был на операции в Республике Сибирь. Разбирался с какой-то урановой шахтой. Потом он перестал выходить на связь. В ЦРУ уверены, что он еще жив, они хотят, чтобы мы его вытащили. Глазом не успеешь моргнуть, как опять будешь жариться на солнышке. Обещаю. Расскажи мне о Республике Сибирь. Республика Сибирь, РС, по идее, миролюбивая тихая страна, зажатая между Китаем и бывшим СССР. По сути, мерзейшее местечко, этнические чистки, концлагеря и, разумеется, повстанцы. СПС, Сибирская партия свободы. Твой контакт, лидер повстанцев Григорий Костин. Приятный джентльмен. Только зубы не чистит. Спустя сутки я уже беседую с Костиным возле этой чертовой шахты. Молодец, Альфа. Дала на Костина точное описание. Здесь. Спасибо, Гриша. Если тебе нужна помощь, Ингриш, зови меня. Честно говоря, Костин, мне нужна твоя помощь. Чего тебе рассказать? Что говорил Рейли в последний раз? Он сказал, что нашел то, что искал. Чтобы мы пиво натарили, отметить. Больше ничего не сказал. Теперь его точно убили. Ну, или ранили, или он сдался. Мне приказали проникнуть внутрь и найти его. Да еще дурнее, чем он был. Сначала они тебя найдут, потом убьют. Ничего, я рискну. Расскажи мне, как там все устроено? Там охраны как грязи. Так что на пушку и не надейся. Шевели мозгами, понял, Инглиш? Кто его знает? Может, эту твою машинку Умору можно подключить к их компьютерам? Поговори с техниками, они могут помочь. Им по большей части тут тоже не нравится. Как мне с тобой связаться? Лучше не надо. Только если уж совсем кисло станет, я буду выходить на чистоту твоей Уморы. Как мне пройти через охрану? Так же, как я Рейли провел. Я отвлекаю часового, ты проползаешь сзади. Тебе не кажется, что это слегка предсказуемо? В Сибири ничего не предсказуемо. Похоже, Рейли пришлось в этом убедиться на собственной шкуре. А как ты будешь меня вытаскивать? Ты вылезаешь наружу, я тут жду, с транспорта. Ты мне верь, Инглиш. Доверие надо заработать, Гриша. А до тех пор мы просто коллеги.
Эй, друг, помоги! Запретная зона. Убирайся, пошел вон. Ты что, друг? У меня машина в кювет упала. Небось, что-нибудь пиво мне подмешали, как думаешь? Пропусти, слышь. Торговать будем? Проваливай. Запретная зона. У меня есть сигарет. Американский. Хочешь купить? Уматывай, или я стреляю. Слушай, друг. Хочешь купить сигарет? По дешевке. Убирайся и свои вонючие сигареты забирай. Я сказал, пошел вон.